Это «Воскресное время», мы продолжаем. Сегодня последнее воскресенье календарного лета. До 1 сентября остается всего пара дней. У учеников и их родителей заключительные приготовления. И понятно, что немного подзабытые за время каникул вопросы из школьной жизни с приближением учебного года возникают вновь. Задать их тем, кто отвечает за образование, в минувшую среду можно было напрямую. Павел Пчелкин выслушал ответы. Нужно действительно решать проблемы, а не там думать... А если я скажу, что подумают? А мы же школьники, а нас услышат? Конечно, нас услышат. Если бы нас не хотели слышать, нас бы туда не позвали. Вот так Софья, победитель конкурса «Большая перемена», уже вернувшись домой из Москвы, объясняет нам, почему она согласилась потратить несколько последних дней своих летних каникул на общение с чиновниками. На специальном семинаре перед Госсоветом она вместе с другими ребятами делилась с губернаторами школьными проблемами. Мне кажется, все участники сессии получили огромный опыт. Благодаря нам получилось обнажить многие насущные проблемы, которые были незаметны. Конечно, мы все учились в школе, отметил президент, но потребности школьников меняются, и это нужно учитывать. И кажется, такой прямой диалог с ними наиболее эффективный способ адаптировать школу к новым и новым поколениям. Школа играет огромную роль в развитии человека, всего общества, государства. Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом. И то, как развиваются школы, значимый показатель эффективности работы региональных и муниципальных команд. Глядя на серьезные лица глав регионов и других высоких чиновников, участвовавших в совместном со школьниками мозговом штурме, понимаешь, насколько важен для них этот прямой разговор. Они другие. Они смелые, очень инициативные, очень четко формулируют свои идеи, мысли и глубоко знающие ребята. И так как мы должны создавать, развивать нашу страну для тех, кто сегодня учится в школе, так как мы должны очень четко понимать, что им надо. Они прислушивались к каждому нашему мнению, каждому совету. Например, вот сотрудничество школ именно с высшими учебными заведениями, практика студентов-старшекурсников в школах. И это будет плюс как студентам, так и современным школьникам. Ребята убеждали губернаторов, например, в том, что нужно увеличить гарантированный оклад учителей и вообще повысить престиж этой профессии. В день совещания президент обсуждает эту тему с учителями. Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя. А значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе. Я наставляю, учу, помогаю. Мы дружим и доверяем, самое главное, друг другу с ребятами. Очень странно, когда про нашу работу, работу учителя говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд коллег, это неправильно. Президент согласился, слово «услуга» изначально принижает высокое звание «учитель». И дело даже не в слове, а в том, чтобы изменить связанные с этой профессией стереотипы. Вот, например, стереотипы, связанные со средним профессиональным образованием, сегодня меняются очень быстро. Многие ребята решают быстрее обрести востребованную рынком профессию. Вот предложение Екатерины Романовой, дважды победившей в открытом чемпионате творческих компетенций. Ее музыкальный клип был признан лучшим. Мы хотим попросить Минпросвещения России более активно вовлекать среднее профессиональное образование именно в сферу бэкстейдж и диджитал профессий, творческих компетенций, чтобы ребенок в колледж смог прийти на определенную именно творческую профессию, выйти профессиональным специалистом. Хорошо, Катя, я думаю, что это правильно. У нас очень много креативных, творческих, интересных молодых людей, которые ищут себя и находят себя так же, как и вы, вот в профессии. Очень важно и перспективно, на мой взгляд. В столичном районе Зилард рекорд. Построена самая большая в России школа на 2500 учеников. Одних спортзалов 4 штуки. Побывавший там мэр Москвы рассказал Первому каналу, как столица готовится к 1 сентября, учитывая продолжающуюся пандемию. Жестких ограничений не предвидится. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом. Термометрия, контроль в классах и так далее. Дети соскучились о своих педагогах, и педагоги соскучились по такому очному общению. И мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год. Хотя, конечно, у нас есть в запасе и технологии для дистанционного обучения детей. Студенты, за лето соскучившиеся по однокурсникам, тоже могут радоваться. Глава Миноборнауки сообщил нашему каналу, большинство вузов 1 сентября начнут обучать студентов очно. Он также рассказал, решение
решение провести в этом году приемную кампанию вузы в одну волну приняли, чтобы избежать ситуации прошлого года, когда из-за задержки приема была угроза не начать учебный год вовремя. В этом году мы это учли и сделали прием в одну волну. 17 августа абсолютное большинство абитуриентов на бюджетные места были зачислены. Но сейчас, в это время, еще идет дополнительный прием на бюджетные места. Но при этом надо учитывать, что и количество бюджетных мест в этом году существенно увеличилось в сравнении с прошлым годом. Демографические программы правительства дают заметные плоды. Число школьников растет, и им нужны современные школы. По словам Путина, к 2024 году в России будет построено 1300 новых учебных заведений, еще больше будет отремонтировано. Путин отметил, без современного, доступного каждому образования страна не будет развиваться. Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет. В городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны. Независимо от того, где учится, в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей. Одно из предложений касалось создания интернет-платформы, где дети инкогнито могли бы напрямую общаться с лучшими психологами страны. Очень интересное предложение, очень своевременное, потому что современный мир, он насыщен самой различной информацией. Информационный фон бывает очень сложный, особенно для детей. Разобраться в этом непросто. Скорости современного мира постоянно возрастают. И, конечно, поддержка специалистов крайне востребована. Причем это касается и совсем маленьких детей, и взрослых даже. Мы действительно видим, что не хватает психологов. И создание такой платформы как раз многие вопросы может решить. У нас есть уже определенный опыт, поэтому расширим его и поможем детям действительно ответить на те вопросы, которые их волнуют. Важное нововведение. 1 сентября в 10 регионах страны начнется эксперимент. В школах там появятся советники директора по воспитанию. Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Потом эти педагоги, психологи, другие педагогические работники, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе Артека, и сегодня они уже готовы приступить к этой работе. В моем понимании советник – это старший друг детей, их помощник, который готов провести их по интересному миру, разнообразному миру и показать им все возможности, которые на сегодняшний день есть в различных сферах. Президент заявил, в этом году все школы страны должны получить доступ к высокоскоростному интернету. И это открывает перед ними новые перспективы, дает возможность поднять процесс образования на качественно новый уровень. Но цифровизация, подчеркнул он, это лишь хорошее дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса. В его центре по-прежнему остается учитель, человек, не только дающий знания, формирующий личность учеников, их мировоззрение и систему ценностей. Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Дмитрий Тищенко, Первый канал.